За нашу победу Юрий Саблин вместе с делегацией из Искитимского района принял участие в торжественном митинге Новосибирского района, посвященном Дню Победы и в поддержку военнослужащих российских вооруженных сил. На Шиловском полигоне первые лица Новосибирской области. Здесь проходит праздничный митинг. Мы не можем себе позволить, чтобы то дело, которое совершили наши деды и прадеды, было предано, чтобы та цена, которую они заплатили, была напрасной. Да, к сожалению, нам не оставили выбора, кроме как отстоять нашу память и дело наших предков с оружием в руках. Многие сибиряки, а среди них и гвардейцы 24-й отдельной бригады специального назначения, достойно защищают завоевания наших дедов и прадедов. Поэтому здесь на плацу проходит праздничный парад. Кадетам и юнармейцам области очень важно своими глазами увидеть пример, достойный подражания. Сегодня и делегация большая из Искитимского района. Я надеюсь, что ребята вот посмотрели на действительную существующую армию, которая вот сегодня впечатлятся. Но и в дальнейшем свою судьбу свяжут именно с защитой нашего Отечества. Такое увидеть, в принципе, довольно редко и зрелищно, когда такие профессионалы нам показывают свое, так сказать, свое деяние. И мы благодарны, что у нас выпал такой шанс все это увидеть от профессионалов. В небе авиация. У ребят кружится голова от фигур высшего пилотажа. Парашютисты с флагами за плечами имеют тысячи прыжков. А на финал салют в цветах триколора.